Необычная и очень интересная традиция есть у работников пожарной службы. Когда пожарные уходят на пенсию, их принято поливать водой из шлангов. Так проводили и начальника Щелковской пожарно-спасательной части 44 Михаила Баринова. В минусовую температуру мужчину окатили водой из шлангов, но он даже не дрогнул, ведь за годы службы привык и не к такому. За плечами Михаила 22 года выслуги. Первая должность части у Михаила – начальник караула, затем заместитель начальника части, а уже после и начальник части. За это время в обязанности входило многое. Ремонт техники, обучение личного состава, поддержание порядка внутри помещений, на территории. Ну и самое главное – это выезды на пожар, проведение занятий, пожар-тактических учений. Это большая часть моей жизни отдана пожарной охране. Провожали Михаила не только коллеги по части, но и спасатели Щелковского центра гражданской защиты вместе с корги-отрядом «Маруся и друзья». В адрес уже бывшего сотрудника от коллег прозвучало множество добрых слов и пожеланий. Михаил, в свою очередь, поблагодарил их за совместно проведенные годы на службе. Я вам всем благодарен за вашу работу, за вашу нелегкую службу. Спасибо вам большое. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.